Время 12:12. Девушка, вы что такая? Да, ребята. А вы не могли бы вашего начальника позвать сюда, который здесь в здании находится? Конечно. У вас есть здесь начальник? Конечно. Старший смена есть? А потому что у вас это противоправный вид, а вы с ним пресекаетесь. Причем даже... Кто эти люди, сидящие в кресле в суде? Вызывай полицию, Кто это такие люди? Кто эти девушки? Почему они сели от крыши, сели в кресло суда и не сидят? По-моему, что судьи было понятно. Судья был. А кто они, я не знаю, вот эти судительницы, где писать будут? Судейский кресло, заходи. Не надо, зачем? Просто скажи, пригласи в зал. Классный разъем. Закон о федеральности. Снимайте, пожалуйста. А это судья? Снимайте, я фиксирую уголовное преступление, правильно я понимаю? Это вы не правы. Вы еще будете отвечать за собственное. А, добрый день, девушка, значит, будьте добры, наряд срочно. Значит, Савеловский районный суд города Москвы, улица Бутырский вал, дом 7. Значит, какие-то будьте добры, сообщите, кто это такие девушки? Сели на... Значит, за стол председательствующего судьи. Вот. И, значит, возможно, может исполнять все полномочия. Внимательно, ни для чего абсолютно. Значит, зал со стороны председательствующего судьи, одновременно, значит, занимающий долг. Да, зал номер 22, третий этаж. Вот, абсолютно значит, без контроля. Значит, со стороны приставов не пресекается правонарушение абсолютно никакого. Вот. То есть приставы на эти правонарушения абсолютно не реагируют. Вот, значит, нет, необходимо. Да, да, дом 7, все равно искусство. Третий этаж, зал 22. Да. И это самое, Лизма намеревается тут правосудие осуществлять. Значит, еще, значит, они сидят, заглядывают судебное дело. Я их всех по делу. Вот, значит, фамилия моя Сулипа, а зовут Юрий Юрьевич. Да, Сулипа фамилия моя, зовут Юрий Юрьевич. Значит, ну, необходимо наряд, чтобы полиция приехала, пресекла это правонарушение из-за того, что пристав бездействует. Да, Сулипа Юрий Юрьевич. Ага, все, спасибо. Я полицию вызвал. Вот я вызвал, сейчас приедет полицию. Древние стороны закона по закону полиции. Прошу вас, скажите, по статье 13, 1, 1, закона о полиции, предложить устранить нарушение закона.